держи меня за талию и так далее. Ногой нажимаю на педали. Кричи, молчи и погнали. В лагере спортсмена вечер знакомств. Мальчишки и девчонки презентуют себя и свои отряды. Мы молодцы, и нам по 70. Мы лучше всех. В жизни ждет нас всех успех. Во Всероссийский детский центр приехали отдыхать и тренироваться 160 учеников Центра спорта и образования «Самбо-70». Представители таких направлений, как тхэквондо, кикбоксинг, легкая атлетика, спортивная гимнастика, бейсбол, плавание и самбо. Юные самбисты Данил Матвиенко и Артем Гладков выступили на отлично. Мальчишки поделились впечатлениями о первых днях в смене. Вожатый, классный, лагерь хороший. Впечатления вот такие вот. Впечатлений очень много, и они все положительные. Очень интересно, и можно научиться много новому. Помимо 7 отрядов будущих чемпионов Центра «Самбо-70», в лагере спортсмена отдыхают и обучаются 47 участников программы «Junior Skills». Робототехника, нейропилотирование, 3D-моделирование, системное администрирование, прототипирование. Представители направления на вечернем мероприятии познакомили зрителей с некоторыми из компетенций. Наша задача – смоделировать, спроектировать и запрограммировать робота. А мы занимаемся мехатроникой. Мехатроника, она создана из 3 отраслей – компьютера, механики и электроники. Юлия Ефремова и Григорий Соколенко на Junior Skills представляют компетенцию сетевое системное администрирование. Собрать компьютеры, настроить операционную систему и сеть – для ребят обычное дело. Участники смены рассказали, чем будут заниматься в течение 21 дня. На смене у нас проходят различные занятия soft skills. Например, команда образования помогает сплотить команду, учит понимать друг друга. Так как сетевому системному администрированию это очень нужно. То есть, если человек не понимает своего напарника, то у них ничего не получится. Впереди у сменовцев тренировки, обучение, экскурсии и большое количество мероприятий. Нам остается пожелать им с пользой провести время.